Полицейские Троицка ищут без вести пропавшего Андрея Клочкова. 15-летний учащийся коррекционной школы-интерната ушел из образовательного учреждения 16 сентября и до сих пор не вернулся. Андрей Клочков невысокого роста, худощавый. Был одет в синюю мастерку, спортивные брюки, белую рубашку и серый свитер. В полиции ждут звонков от тех, кто видел Андрея.